У детей без билетников фотографируют тетради и дневники. В Кирове уже есть такие случаи. Об этом рассказал директор АТП Денис Пырлок. Напомню, принят закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из транспорта, если им не хватает на проезд. Однако это не значит, что теперь можно ездить бесплатно, подчеркнул глава АТП. Выходит, что предприятие в таких случаях несет убытки, поэтому теперь, если у ребенка нет денег на проезд, кондуктор будет фотографировать самого школьника и документ, удостоверяющий его личность. Это может быть дневник или тетрадь. Затем данные отправят в школу на имя директора. С родителями ученика проведут воспитательную беседу. За повторное нарушение их ждет штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Просто уже, я не знаю, волосы дыбом у нас встают. А если раньше там 2-3 случая было безбилетных в день детей, то сейчас просто их ездят толпами, и они так и говорят, что нам родители сказали, что мы не обязаны платить, и вы нам ничего сделать не можете. То есть, ну, очевидно, что родители инструктируют специально детей.